пусть у тебя произошло? Я не знаю, как эта штука называется. Она сломалась в мотоблоке. Проблема с мотоблоком. А что сломалось-то? Он не заводится? Сломалась одна хрень. Заводилка? Да. Сейчас разберем, посмотрим. Почему мы именно это место разбираем? Потому что не то, что сопротивление? Нет, вот здесь шнур, который когда ты за него дергаешь, угу, он заводится. А в нашем случае? Он просто болтается. Сейчас крышку снимем, посмотрим. Может, слетело что-нибудь, открутилось. Это же сделано в России. Ну, понятно. Скупой платит дважды, глупый трижды. Хотя двигатель на самом деле Subaru, если что. Если что? Да. Посмотреть, понять и простить. Я думал, посмотреть, понять, определить причину и решить ее. Да, конечно. Решить эту проблему. Если бы я понимал бы в этой технике, я бы сейчас уже там все решил. Я ни хрена не понимаю, но делаю вид. Причем умный, что да? Я ремонтирую, да. Так, судя по всему, это в коробке проблема, которую ты открутил. Сейчас посмотрим. Ну. Вот это запускает двигатель. Вот это? Да. А вот это ее вроде как прокручивает. Возвращаться она возвращается, что, в общем-то, хорошо. Так она, может быть, вот сюда не доходит? Сейчас, подожди. Один из вариантов, либо вот этот механизм накрылся, ну, вроде нормальный. Что могло произойти? Вот это мне не нравится, как она болтается. Так, может, она так и должна быть. Может, и должна быть. Так, она должна, по идее... Наверное, внутрь бы в этой железке входить. По идее, да. Либо она слетела. Она не доходит. О. Сбилась? Да. Сейчас она цепляется. Сейчас, подожди. Сейчас она цепляется. Ну-ка. Так ты... Сейчас попробуй, подожди. Так, стоп, секунду, беру. Она не должна вот этими пазами сюда входить? Глубоко. Нет. Что нет, потому что это вот отсюда было вот так, так вот, да. Дай ключ, пожалуйста. А вот это что за стрелочка красная? Это питание. Сейчас. Может, не обязательно сразу все до конца закручивать, чтобы завести, попробовать? Ну, должна держаться. Двигатель, видишь, написано Subaru. Токио. Токио, да. Япония. Сдается мне, что оно так не заканчивается.
Интересно, да? Движки из Японии. А агрегат наш, да, по-моему? Да. В Санкт-Петербурге сделан. Красный Октябрь? Да, по-моему. Ну, вообще, да, судя по всему, то, что я вижу на... Да, Красный Октябрь. Что на нем написано. Еще один? Да. Где он? Вот здесь. То есть есть, да, захват теперь? Сейчас захват, сейчас видишь, оно не вылетает. То есть нет свободного свободного натяжения шнура, я имею в виду. То есть он не просто болтается. Свободного хода не должно быть. Еще дубль два. По этому поводу. Я вообще тоже перчатки взяла. Помогать. Слегка намочился. Видимо, к обновкам, да? А? Видимо, к обновкам. Это вода. Ну, понятно, что вода. Не говори никому, что это другое. Это вода. Очень удобно, когда присутствует тележка, одним разом выводишь просто кучу всякой ерунды. Покупал специально побольше, чтобы можно было и землю возить, песок, если что-то нужно сделать по хозяйству. Поэтому, если кто-то себе присматривает что-то подобное, не экономьте. Лучше взять побольше и потом радоваться. Ну и однозначно надо брать нержавейку, потому что железо, конечно, оно будет гнить.